Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И начнем мы сегодня с тайваньского кризиса и с реакции зиц-председателя. Да, совершенно верно. Прежде всего, я все-таки пользуюсь случаем. Поздравляю всех с Днем Колумба, пока у нас его не отобрали, не переименовали и не превратили непонятно во что. Будем праздновать и помнить, что Колумб открыл страну, которая стала страной великой. Пусть это величие пытаются сегодняшние левые изо всех сил уничтожить. Ну и, естественно, Колумб им в этом тоже мешает, поэтому и за него периодически берутся. Но надо нам защищать и этого джентльмена, сеньора, если угодно, и день праздновать. Поэтому еще раз всех с Днем Колумба. Ну, а теперь, да, к азиатским страстям. Как-то у нас в последнее время они вообще играют важную и ведущую роль. Ну, действительно, так получается. То выборы, то союзы заключаются, если не с азиатскими странами, то в том регионе. Ну, а вот на прошлой неделе случился и целый такой кризис, который, правда, мало кто заметил. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска и ни в коей мере не претендуя ни на какие конспирологические теории, которые, вы помните, я недолюбливаю. Но, тем не менее, получилось как-то очень все странно. А именно, что пока все одержимо искали способы зайти в социальные сети и страдали от того, что, ну, кто-то действительно важные вещи там смотрит, но кто-то страдал от того, что не может опубликовать фотографии обеда, завтрака или себя самого, и всего, что с этим связано. Так вот, все заголовки были связаны с соцсетями, а между тем происходили дела весьма и весьма напряженные, так как китайские военные самолеты весьма и весьма активно и в очень большом количестве, там в рекордно большом, крутились около Тайваня и создавали, ну, мягко говоря, напряжение. И немало, потому что на Тайване, я понимаю их прекрасно, они любые подобные вещи воспринимают весьма и весьма настороженно. Но вот здесь, как человек, который следит за тайваньской англоязычной прессой, уверяю вас, что они были готовы уже действительно к наихудшему варианту развития событий, и заголовки «Мы готовимся к войне» вы можете найти. Но как-то все успокоилось, но вряд ли надолго, тем более, что взоры привычно устремились в сторону Соединенных Штатов, потому что это, пожалуй, единственная страна, которая может дать отпор Китаю, и на джентльмена, если его можно так назвать, который вот сейчас является президентом Соединенных Штатов. Байден, как водится, говорил там всякие правильные, относительно правильные слова, хотя по мудрому замечанию журналистов китайцы как-то их не особенно слушали, потому что за словами что-то должно быть еще. Ну и ударным моментом было, когда Байден сообщил, что общался он с товарищем Си, и они договорились следовать тайваньским соглашениям. Вот здесь тайваньская пресса всполошилась не на шутку. При этом она, должен вам сказать, достаточно дружелюбная к Байдену, даже слишком, на мой взгляд. Хотя большинство, я напоминаю, было заинтересовано в победе Трампа, и понятно почему. Но, тем не менее, тут даже лояльная англоязычная тайваньская пресса испугалась, потому что дело в том, что тайваньских соглашений нет в природе. Вот нет просто-напросто. И, ну, конечно же, можно много подобрать объяснений, но, на мой взгляд, здесь наиболее очевидные три, и все три, они, мягко говоря, безрадостные, но все три, так или иначе, увы, под политику и под характер нынешнего обитателя Белого дома подпадают.
То есть вариант самый очевидный – это то, что Байден вообще, к сожалению, но не вполне понимает, о чем он, собственно говоря, рассказывает. И у него все договоренности и соглашения в голове перепутались, и он просто не знает, о чем говорит. А это плохо, кстати говоря, потому что, ну, если пытаешься оценивать ситуацию в момент кризиса, то надо демонстрировать полное понимание вопроса, а этого мы не увидели. А вариант второй – Байден все выдумал, это тоже в его духе, и вообще никакие тайваньские, в кавычках, соглашения он с товарищем Си не обсуждал, а что он обсуждал, вообще непонятно, но это он все нам сочинил на ходу. К сожалению, я вот это тоже верю. И есть вариант третий, это в том, что китайцы откровенно издеваются над мистером Байденом, и товарищ Си ему действительно просказал, что есть вот такое тайваньское соглашение, которого, повторяю, нет. И потом решил посмотреть, а что, собственно говоря, Байден купится или не купится. Вот Байден купился. Ну, повторяю, я не знаю, какое из этих трех объяснений подходит, но, к сожалению, все три, они очень даже в характере Байдена, и все три, они, равны, если вдуматься, в равной степени безрадостны. Естественно, когда уже и сенаторы стали проявлять беспокойство и интересоваться, а что, собственно говоря, Байден хотел сказать. Хотя, кстати, консервативная пресса опять, на мой взгляд, этот момент упустила и не стала почему-то цепляться к этому высказыванию, хотя надо было. Сказал бы что-то подобное Трамп, его бы уже растерзали, как не знаю кого, ну, как обычно. А здесь несколько сенаторов, вроде Рубио, стали интересоваться, о чем, собственно, речь. Но пресса, естественно, дружно сомкнула ряды, стала менять, что вот Байден, наверное, имел в виду что-то там такое-то, но... Увы, все это опять повисло в воздухе, хотя разобраться, а что он реально имел в виду и соображал ли он, о чем говорит вообще, вот это под вопросом. Я напомню, что существует несколько официальных, полуофициальных договоренностей, которые связывают Соединенные Штаты с Тайванем. Ну, первый, пожалуй, самый серьезный – это взаимный договор о сотрудничестве военном и обороне. Это 50... Но вот был подписан в 54-м, вступил в действие в 55-м году, по которому и Штаты, и Тайвань обязались друг другу помогать в случае военных проблем, конфликтов и так далее. И надо заметить, что Тайвань всегда, в общем-то, был готов прийти на помощь Соединенным Штатам. Как ни странно это прозвучит, но так оно и было. Например, во время Корейской войны генерал Кларк, командовавший войсками ООН, которые вели, напомню, боевые действия. Он, у него была даже договоренность, что Чан Кайши отправит несколько дивизий. Но в Госдепартаменте, хотя это было еще до договора, заметьте, в Госдепартаменте испугались, что китайцы обидятся. Ну и справедливости ради, глава Южной Кореи Ли Сын Ман тоже был недоволен, что, мол, и китайцы уже воюют со стороны коммунистов. Если там и с моей стороны будут китайцы, то получится, что моя страна превратится в место разборки китайцев. Его это совсем не устраивало. Хотя я думаю, что Кларк и Чан Кайши были правы. Да и южнокорейскому главе государства было бы о чем задуматься, что пускай бы китайцы там друг друга убивали, а корейцы бы из этой ситуации извлекали пользу. Но как бы то ни было, все это, в общем, так и зависло. А во время Вьетнамской войны тоже Чан Кайши выражал, уже тогда договор отработал, тоже выражал готовность помочь американцам. Опять в Госдепартаменте испугались, госсекретарь Раск там особенно нервничал, что не дай бог прогневим китайцев, и тогда все будет плохо. Хотя все равно тогда какие-то представители спецвойск были отправлены во Вьетнам, но они больше сотрудничали не с американской армией, а с южно-вьетнамской, с диверсионными группами и так далее, все, что с этим связано. Но вообще, конечно же, зря так себя вел Госдепартамент, потому что в обоих случаях, ну, хуже бы не стало, и как-то беспокоиться о китайцах, я думаю, точно большого смысла бы не было.
А готовность американцев привлекать своих союзников, она бы скорее, я думаю, китайцев только, ну, если бы не напугала, но они поняли, что лучше не связываться с американцами. И если за них готовы вступиться их союзники, с ними, вернее, вступить в бой. И плюс взаимодействие американской и тайваньской армии в случае таких боевых действий, оно, думаю, было бы только кстати. Ну, вот не состоялось. Тем не менее, договор этот был отменен в 1979 году, когда Картер уже официально признал взаимодействие с Китаем, с материковым, то есть государством, а Тайвань вот оказался преданным. Ну, не обошлось, к сожалению, да, и без Никсона, никого не будем оправдывать, но, тем не менее, договор этот был аннулирован при Картере все-таки. Это, да, опять славная демократическая традиция. Голдуотер пытался этот договор спасти, дело даже судился, и дело, представьте себе, дошло до Верховного суда, но Верховный суд как-то абстрагировался, что, мол, не наше это дело, что... Согласно, пусть там Конгресс четко сам формулирует свое неудовольствие, а мы тут ни при чем. Я, кстати, думаю, что зря так себя Верховный суд повел, не потому что мне не нравится их решение, и да, нельзя политизировать, но тем не менее, все-таки контроль Конгресса за международными соглашениями, это как-никак важная вещь, и Конгресс действительно должен этим заниматься. И то, что вот так Картер обошелся, я думаю, Верховному суду следовало бы все-таки большее внимание проявить. Но, тем не менее, появился в том же 79-м году основной, пожалуй, закон, это акт об отношениях с Тайванем, который так признавал отношения, но на уровне, что называется, де-факто. Есть не посольство, а там так называемый институт, который на Тайване выполняет функции посольства. Но, в принципе, да, конечно же, Тайвань оказался вот на таком положении какого-то бедного родственника. А при Рейгане были 6 обещаний, смысл которых сводился к тому, что Америка не будет отказываться, но там формулировка не будет указывать точную дату, когда перестанет поставлять оружие Тайваню. То есть, практически отказывается от прекращения этих поставок. О том, что Тайвань не будет Америка вмешиваться и давить на Тайвань и призывать к объединению, не будет вмешиваться в отношения, ну и так или иначе будет на стороне Тайваня, но не очень активно. На Тайване на самом есть еще такой момент, как консенсус 92 года, после переговоров этого самого 92 года с материком, по которому вроде как было решено, но это такие были переговоры полуофициальные, и этот консенсус он все только запутал. Потому что вроде бы обе стороны теперь признают, что есть один Китай, но на Тайване, прежде всего, представители Гоминдана говорят, что это значит, что может быть много трактовок, что такое Китай, что, мол, вот Тайвань – это настоящий Китай. Но на материке, естественно, считают, что этот консенсус подразумевает, что Китай единый, и Тайвань – его часть. Поэтому ситуацию не прояснил. При Трампе было принято два важных закона, в 18-м и 19-м, хотя вступил он в действие в 20-м году, в 17-м, да, 17-м, 18-м, 19-м, 20-м, да, вот так вот. Это закон о путешествиях или поездках в Тайвань, который делал возможным и практически продвигал поездки высокопоставленных американцев и представителей администрации на Тайвань. И по второму закону Америка должна оказывать помощь и содействие Тайваню при попытках его дипломатической поддержки и так далее. Но не знаю, что было дальше при администрации Трампа, тем более многие сенаторы и люди в команде Трампа, возможно, они бы добивались и полного признания Тайваня, во что мне бы хотелось верить. И Тайваню, как еще писал довольно-таки давно Уильям Бакли, надо, конечно, ну, обидно, да, что территорию коммунисты захватили, но, наверное, стоит добиваться все-таки своей независимости, как это делает, кстати, пытается сделать ныне правящая там демократическая прогрессивная партия. Но пока вот ситуация такая, что
все эти договоренности, они, да, и продолжаются поставки оружия, но в реальности все упирается в то, насколько свою решимость будет показывать власть лидера Соединенных Штатов. Пока был Трамп, ну, китайцы явно не хотели с ним связываться. Сейчас, после выхода из Афганистана и вот этих рассказов о тайваньских соглашениях, естественно, они чувствуют себя достаточно безнаказанными. И вот после такой демонстрации силы, скорее всего, будут продолжать и далее какие-то безобразия. И есть вероятность, что году в 25-м, особенно если, не дай бог, в 24-м победят, не будем уточнять кто, они предпримут уже полномасштабное наступление на Тайване, и, возможно, и раньше мы увидим какие-то провокации, вот подобные эти самолеты, которые там летают и все такое прочее. И в этой ситуации, конечно же, Байден Байденом, но надо стараться Тайвань вооружать, и Конгресс должен в этом плане быть более активной, добиваться того, чтобы действительно туда шло оружие как можно больше. Более того, мы теперь узнали, что, оказывается, на Тайване есть, на самом деле, очень малый, но американский контингент, он там находится больше года. То есть, получается, при Трампе он туда отправился. Правда, не вполне понятно пока, по чьей инициативе. Но эти инструкторы занимаются подготовкой Тайваня к возможному отражению атаки. Поэтому такие дела, они, конечно же, очень кстати. Показательна, кстати, и реакция прессы, потому что бывший, заметьте, бывший австралийский премьер Тони Эббот, консервативный, когда он на днях съездил в Тайвань и выступил в его защиту, вызвал у китайцев гораздо более психическую и агрессивную реакцию, чем все, что говорил Байден. Что, в общем, тоже такой показатель. Повторяю, Эббот – бывший премьер Австралии. Но он напугал почему-то китайцев больше, чем все, что делает Байден в своей четкой позиции. Что касается Байдена, с ним там еще всплыла одна малоприятная история. – А именно, кстати, тоже ее опубликовала японская вообще пресса, англоязычная, и не очень ее, за редким исключением, в американской подхватили. А смысл в том, что Байден, как выясняется, когда был вот этот вот бессвязный доклад разведсообщества о том, что они ничего толком не выяснили про происхождение ковида, что, в принципе, у Байдена была возможность это расследование продолжать. И более того, что он должен был это делать. Однако китайцы стали требовать, что прекращайте, мол, мы тут не хотим, чтобы про нас узнавали и разбирались с ковидом. И Байден все это быстренько свернул. Вот такие данные у японцев, например, что Байден, ему китайцы пригрозили, изобразили свое неудовольствие, и он быстро все прекратил, все расследования, всю деятельность разведсообщества, нацеленную на выяснение происхождения ковида. Вот вам еще такой штришок. Поэтому такое впечатление, что в отношении Тайваня Конгрессу надо стараться действовать, ну, практически не обращая внимания на человека, который, увы, оказался в Белом доме, и, естественно, оказывать всяческую поддержку. Я не думаю, что дело дойдет до введения туда американских войск, и не надо этого делать, но старый принцип, который тот же самый генерал Кларк высказал по итогам Корейской войны, он на самом деле работает. А именно, меньше американских солдат наземных, больше сил военно-морских и военно-воздушных, чтобы было понятно, кто тут кто. Сосредотачивать все эти силы лучше всего где-то в Японии или около нее. Ну и добиваться создания вот такого местного союза. Я уже про него не раз говорил. Япония, Южная Корея, Китай. Господи, Китай. Тайвань, конечно же. Хотя, оговорка по Фрейду, я считаю Тайвань настоящим Китаем. Вы это помните. Ну вот, что если такой союз будет, то, конечно же, ОКУС, про который мы говорили, хорошо, но надо создавать его и среди азиатских стран, тем более, что японский премьер пока еще, и, надеюсь, будущий Кисида, но он вроде как выражает готовность Китаю противостоять, и надо этим пользоваться.
Но про японцев и про Кисиду мы еще с вами, и про Ниппон Каиги мы еще поговорим с вами через неделю или через две, когда приблизятся выборы в Японии очередные. А завершая этот эпизод, ну, пока... Кто победил, сказать сложно, но то, что Байден не пока... Да, Тайвань остался пока нетронутым, это главное. Но то, что Байден не показал себя человеком, который к Тайвань готов защищать и который может твердо сформулировать политику противодействия агрессии Китая, ну, это стало безусловно. Как, увы, и так было понятно, но еще одно подтверждение. Ну, как, увы, опять и не очень активная работа американской прессы. Потому что все главная информация шла с Тайваня и из Японии во время этого кризиса. А, кстати говоря, зря. Повторяю, пресса англоязычная, и надо было ее просто активнее изучать. Вот. А что касается того, что вот соглашения, они порой оказывают негативные последствия, существующие или нет. И то, что ситуация похожа, как ни странно, на тайваньскую, разворачивается в Европе. И да, речь идет о моей любимой Северной Ирландии, что тоже достаточно такая параллель многозначительная. Китай – материк с одной стороны, Евросоюз – материк с другой стороны. Но к этому мы вернемся в следующий раз, наверное, уже в следующий понедельник, когда я буду очередную главу своего североирландского рассказа вам освещать. А про Тайвань и Китай – вот такая вот история. Не то чтобы совсем печальная, финал пока открытый, но и не очень обнадеживающая, на мой взгляд. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Ну, с учетом того, что вы рассказали, и с учетом развивающихся событий внутриполитических, внешнеполитических, у меня более такое скептическое отношение к тому, что произойдет с Тайванем. И, по-моему, на мой взгляд, это может произойти гораздо раньше, чем вы предсказали, что это будет после выборов 2024 года, к сожалению. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Я бы хотел добавить. Значит, я вот читаю в новостях сегодня. Китай провел учение по высадке десанта на китайской территории как раз напротив Тайваня. Это одно сообщение. Второе сообщение – то, что Си Цзиньпин заявил, что мы объединимся с Китаем мирным путем. Что значит мирным путем? Это как раз, по-моему, так, как описал Аксенов в своем романе «Остров Крым». То есть народное возмущение и, значит, народ требует. Вот такие варианты. Как вы думаете, Иван, это что вероятнее всего может произойти? Ну да, подрывная деятельность коммунистов на Тайване, она есть, и там пятая колонна внушительная. Но я все, да, и там можно спровоцировать волнение и под их видом какую-то провести операцию. Ну, не хочу я ничего прогнозировать. Очень может быть. Про 25-й год это даже не мой прогноз, это тайваньцы его высказывают. Но, к сожалению, все может быть действительно гораздо быстрее. Малейшая следующая слабость внешнеполитическая Байдена, а, к сожалению, она может произойти в любой момент. И Китай коммунистический может действительно почувствовать себя полностью свободным делать все, что хочет. А если еще учесть, что в некоторых пока, но я уже это вижу, постах в Твиттере начали подчищать тайваньские флаги, это правда, это не вымысел. То есть, почему-то они исчезают вот из сообщения, то, судя по всему, и соцсети уже тоже к такому варианту готовятся. Это очень печально, потому что поглощение Тайваня, мы уже знаем эту старую историю, как демократы потеряли Китай, отдав его коммунистам и Мао Цзэдуну. Если потеряют демократы и Тайвань, ну... Тут слов уже не останется никаких, прилично. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Но, к сожалению, вас не слышно, вам нужно будет перезвонить, но уже, очевидно, после рекламы. Сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200.
А давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, добрый день, это тот последний звонок, который вы не услышали. Вот, Сергей, я вот с вами согласен по поводу Тайваня, есть скептицизм. Не надо быть провидцем и ученым, наблюдая развитие Китая с прошлых лет. Великий их первый секретарь Дэн Сяопин сказал ключевую фразу: «Надо будет строить социализм 100 лет, мы его будем строить». И когда-нибудь, может, не при нашей жизни, они соединятся, точно так же, как они Гонконг прибирали кругам. Это великая нация, спору нет. И наше телодвижение, судя по тому, как у нас тут строится демократическая страна, сейчас, я имею в виду, ни к чему не приведут. К войне они будут готовы. Не сейчас, так завтра еще сильнее. Так что перспективы, надо понимать просто, как идет жизнь. Все. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Это был не вопрос, но скорее реплика. Ну, а теперь на нашу грешную землю. У нас теперь группа местных террористов расширилась, ну, кроме тех, кто выступал 6 января против результатов выбора. Теперь еще и родители, которые пытаются противостоять каким-то решениям школьных советов, похоже, тоже отнесены к группе террористов. Ну и, в частности, Мэри Гарланд по этому поводу меморандум издал. Вот об этом, если совершенно будет. Наверное, происходит, в общем-то, худшее, что могло произойти, а именно то, что правительственные службы объявляют так неофициальную, но войну родителям. Потому что иногда правительственным службам, конечно, в идеале они должны держаться от образования как можно дальше, но допускаю, что бывают ситуации, когда действительно что-то подрывное и враждебное через школы пытается проводиться. Тут спецслужбы, тот же ФБР и другие могут заинтересоваться. Да. Да и то лучше, конечно, чтобы это делалось на местах. И я даже так скажу, что как раз родители здесь гораздо более серьезные силы, чем ФБР, если родители почувствуют, что детей учат не тому. То есть я бы доверился им, а не ФБР, даже в лучшие годы Федерального бюро. Но мы с вами столкнулись с той ситуацией, когда именно родители, а не то, чему учат, являются мишенью. То есть вот этот самый уже скандальный меморандум генпрокурора Гарланда, он такой достаточно туманный и вроде напрямую не говорит, что давайте посадим родителей, которые выступают против критической расовой теории. Но как бы все понятно, что вот якобы угрозы, якобы возможные там давления на школьные советы и так далее, и так далее. Это на совпадение не похоже. Мы с вами видели, что родители выражают неудовольствие, родители не хотят, чтобы детей учили черт знает чему, и родители уже периодически добиваются того, чтобы какие-то изменения в школьную программу были внесены. И вот здесь довольно-таки мутная и мерзкая организация, Национальная ассоциация школьных советов, пишет слезное письмо о том, что вот родительские действия – это запугивание и так далее. При этом, замечу, та же самая организация ничего, естественно, не предпринимала и никакие жалобы не писала в смысле действий Антиф, БЛМ и далее со всеми остановками. А вот родители, которые задаются вопросом, а чему, собственно, детей учат, это, оказывается, запугивание. И генпрокурор, да, взял под козырек, что называется, и сразу же выдал вот этот самый меморандум. Если что, сразу должен вам сказать, что я не сторонник той идеи, что родители должны иметь абсолютно полное право определять политику школ. В вопросах дисциплины, правил поведения, требований внутри школы, здесь, я полагаю, школа должна их определять сама. И тут, уж не обессудьте, родительское вмешательство, оно будет только вредным. Но в том, что касается школьной программы,
в том, что касается преподавания тех или иных тем или, так скажем, направлению угла преподавания, здесь родители имеют полное право знать, чему, как и зачем учат их детей. И если им представляется, что школьная программа или действия учителей ведут детей совсем не туда, куда надо, они имеют полное право свое неудовольствие высказать. Еще раз повторяю, это разница. Правила, дисциплина и школьная программа. Образовательная, воспитательная составляющая. Они часто соединяются, но вот здесь их стоит разделять. Поэтому здесь родители делают все совершенно верно. Всегда на первом месте дом, школа все-таки на втором месте. И если есть конфликт между тем, чему ребенка учат дома и что ему вбивают в школе, тем более в школе, это может быть чревато неприятностями, оценками, влияние на дальнейшее образование и так далее, то, конечно же, все, что делают родители, это верно. То, что делает правительство, повторяю, это неверно, потому что, в принципе, это образование, это вопрос, который должен решаться на местном уровне. И даже те моменты, которые я озвучивал, когда я бы вмешательство ФБР одобрил, я его не увидел. Ну, и еще раз говорю, пусть лучше сами люди с этим разбираются, я бы им доверился больше. Штука в том, что этого меморандума, как пишут эксперты, в реальности какой-то законной юридической силы на самом деле нет. Ну, потому что не имеет права просто-напросто прокурор посылать агентов ФБР, мешать родителям воспитывать своих детей. Или определять, в какую школу их вести, как, что от этой школы ждать и так далее. Вот просто не имеет. И, в принципе, этот меморандум, он это не делает его менее опасным, поверьте мне. Просто он становится не столько юридическим документом, сколько документом запугивания. А вот это очень плохо. Потому что нас запугивают в последнее время, то есть я обобщаю, это касается, к сожалению, всех известных мне стран, нас последние годы запугивают на постоянной основе. Уж не буду перечислять, по каким причинам нас тут происками Америки ужасными, ковидом и так далее и тому подобное, вас происками домашних террористов, ну, вы это сами все видите. И когда власти так начинают усердствовать в запугивании людей, это верный показатель того, что что-то здесь не так. Потому что реальную опасность ее люди обычно чувствуют и понимают сами. И, кстати, ее понимают и родители. И видят эта критическая расовая теория переписывания американской истории, ну и сами знаете что. Это действительно угроза. И действительно, родители ею озабочены. Но вот надо их тогда припугнуть, чтобы они так поумерили свой пыл. Что самое худшее, это еще не самое худшее, поверьте мне, что вообще-то во всей этой истории, если мы посмотрим на генпрокурора Гарланда, есть еще и в чистом виде конфликт интересов, и в этой ситуации, по-хорошему, он вообще должен уйти в отставку. Потому что мы с вами знаем, и это наверняка вы читали, что его зятек, такой Ксан Теннер, он занимается компанией под названием «Панорама консультационной», которая как раз продвигает в образовании что? Совершенно верно. В том числе под другими названиями, ну и вот эту критическую расовую теорию, борьбу с якобы с расизмом и так далее и тому подобное. То есть практически мы с вами видим, что генпрокурор открыто помогает своему родственнику проталкивать какие-то политические идеи и взгляды. Более того, делать это не бесплатно, потому что компания эта, она повязана и с соцсетями, с Фейсбуком, например, и она получает очень большие деньги от властей, и деньги это, между прочим, во-первых, ваши, а во-вторых, это деньги в рамках вот этих самых огромных ковидных растрат. Я не просто так вам постоянно говорю, что ковидные расходы государства – это плохо.
Всегда известно, что как только начинаются огромные госрасходы, они идут не на то, на что вы надеетесь, а вот на такие вот панорамы, которые проталкивают заведомо антиамериканские идеи в образовании. Вот туда деньги пойдут всегда, к сожалению. И вот вам лишнее тому подтверждение. И помните, мы в прошлый раз говорили про Орстерна, и с Сергеем сошлись как раз на том, что вот все эти нынешние законопроекты, они финансируют именно культурную войну. Ну, вот вам еще одно лишнее тому подтверждение, как через ковидные деньги финансируется критическая расовая теория. И, возвращаясь к началу, естественно, это совершенно возмутительное действие. Естественно, надо добиваться отставки Гарланда, потому что так себя вести генпрокурор в принципе не может. Но, к сожалению, это вот то, что сулит нам нынешний левый либерализм и демократическая администрация как яркое его проявление. И, кстати, не только это касается прокурора генерального. Демократические либеральные окружные прокуроры, которых, к сожалению, много, и которые наносят вред гораздо больше в ряде случаев, чем преступники, это становится все более и более серьезной проблемой. Но вот они, да, буквально через минуту. А если Сергей что-то добавит по этому вопросу, я с удовольствием ему слово передам. А в Калифорнии, по-моему, обсуждается вопрос о том, чтобы сделать критическую расовую теорию обязательной для выпускников школ. То есть, если человек не получил кредит за эту теорию, то он не получает диплом, я так понимаю. Ну, там уже подписан вчера, по-моему, Ньюсомом закон о том, что обязательно должны проходить... Ну, там, опять, это, теоретически, да, это та самая КРТ. Но это называется как изучение вклада и каких-то там проблем, которые были у меньшинств и у тому подобных групп. Ну да, это расовая теория. И да, Ньюсом это сделал законом. Так что... Вы упомянули прокуроров. Ну... У нас тут пример перед глазами. У нас есть Fox News, Ким Факс, State Attorney Cook County. Как, значит, убийцу выпускают на свободу. Просто вот элементарно. Значит, под странным предлогом, что это была обоюдная драка, зарезал за кого-то там несколько ножевых ранений 17-летнего парня. Значит, убийцу выпустили на свободу, потому что это был, как они называют, mutual combat. А то же самое произошла перестрелка, проезжала машина, из машины стали стрелять по дому, из дома ответили огнем встречным, один убитый, двое раненых. Никому не предъявлено обвинение, потому что это был mutual combat. В общем, это действительно, так сказать, с преступниками все ясно. Преступники, они преступили закон. Но то, что делают прокуроры, это, пожалуй, как вы справедливо заметили, еще хуже. Ну и говоря, продолжая разговор о том, что происходит в правоохранительных органах и с правоохранительными органами, вот в частности, в Остине... сокращали полицию. Каким образом все это происходило? Да, совершенно верно. Мы с вами привыкли, что Техас – это красный штат. Однако города, где так или иначе бюрократия, а Остин все-таки столица, там левые, увы, сильны. И в Остине и мэр, демократ Стив Эдлер такой. И городской совет в прошлом году, когда началась вот вся эта катавасия с требованиями прекратить финансирование полиции, урезал на треть бюджет. И сразу же ушли 150 полицейских. А прокурор, опять местный, вот, который вот в этом округе, Жозе Гарзе, он заботился тем, чтобы как раз полицейских, а не преступников, привлекать к ответственности. А местные черные организации, они строго следят за тем, чтобы назначались на ведущие посты только выгодные им люди, а не действительно достойные. И что получилось? Ну, в общем, ожидаемо. За вот последний примерно год уровень преступности вырос до небывалого вообще в Техасе и Остине, например, уровня. То есть последний раз такое было в 80-е годы, где-то году 84-м.
После этого преступность шла только на спад, и уже, казалось бы, и забыли о том, что... Ну, там убийства, конечно, происходили, никуда не денешься, все люди, увы, к этому склонны, так или иначе, но это не было проблемой. Как только полицейские ушли, как только полицейских стало мало, то, соответственно, вот вам, пожалуйста, уровень убийств небывалый. Спохватились представители городского совета, стали восстанавливать бюджет, но при этом спохватились они не потому, что людей убивали. Спохватились они потому, что губернатор Техаса Эббот начал вот с таким урезанием бюджетов бороться и тоже соответствующий закон даже подписал, что такие вещи с полицией делать нельзя. Но что в результате получилось? Полицейские не особенно хотели возвращаться, потому что, ну, сами понимаете, если с вами так обошлись, то зачем вам идти туда, где вас в любой момент могут выкинуть, где ваши действия вызывают повышенный интерес прокурора местного, а не действия преступников. Естественно, никто в полицию особенно не идет. Более того, в знак акта вообще особого героизма, в кавычках, этот самый совет даже назначил белого главу полиции, такого Спрокана, который, вопреки требованиям вот всех этих групп якобы правозащитников, но и этот Спрокан, белый он или черный, а справиться с ситуацией уже никак просто-напросто не может. И не так давно он обратился к гражданам Остина вообще с замечательным обращением. Обратился с обращением, ну ладно. Замечательными словами. Замечательными, это я, к сожалению, шучу, только мрачно. Потому что он сказал, что народу в полиции нет. Так что вандализм, мелкие правонарушения или даже кражи со взломом, если вы приходите... и видите, что у вас это самая кража со взломом, но преступника нет рядом, полицию не вызывайте. Потому что просто-напросто нет людей, чтобы их отправить вот на такие вот дела, ну, которые будут считаются мелкими. То есть, надо выстраивать все согласно приоритетам. Да? Убийства, которых, я уже сказал, огромное количество, естественно, на них все брошено. Уровень преступности общий подскочил. А в результате простые граждане опять из-за манипуляции левых остались... Ну, с чем остались? И, в принципе, ведь это может и не может, а уже пойти и повсеместно, и в ряде других городов может происходить то же самое. И, повторяю еще раз, это Техас, все-таки штат официально республиканский, но вы видите, что даже там политика левых, где бы они ни пришли к власти, в каком бы трижды республиканском штате или кто бы ни возглавлял страну, Трамп или, увы, Байден. Но всегда левая политика, она несет только разрушение, она несет только смерти, как мы с вами видим по уровню убийств, она несет презрение к тем людям, которые нас, тут я тоже обобщаю на самом деле, защищают и идеологизацию прославления преступников или тех прокуроров, да и полицейских, увы, тоже, которые пособники этих преступников. И везде это все поддается как великое достижение прогрессивной идеи. Так что, да, нас еще при этом, опять я обобщаю, тут это тоже касается не только вас, но нас еще и всех запугивают, видите, что дело не в преступности, а в расизме, в родителях, которые не хотят, чтобы их детей учили черт знает чему и так далее. Эта ситуация очень нездоровая, она во всем мире в той или иной степени проявляется. Ну, просто в Америке, как месте, которое мы все уважаем и которым видим тот самый... сияющий город на холме, это особенно ужасно, да, ужасно, думаю, можно так сказать, смотрится. И все мы, и вы, американцы, и те, кто вашу страну действительно любит, уважает, мы должны с этим что-то делать, на это обращать внимание. Мне бы очень не хотелось, на самом деле, периодически рассказывать о таких вот неприятных историях. Я бы с большим удовольствием сосредоточился на всем хорошем,
что в Америке происходит. Но друзья существуют для того, чтобы говорить и вот такие вот неприятные вещи тоже. Поэтому, я думаю, вы меня поймете, я это рассказываю не потому, чтобы нагнетать, и не потому, чтобы выражать какую-то неприязнь, а просто чтобы хоть как-то свою озабоченность обозначить, что та Америка, которую уважаю, люблю я и многие другие здесь живущие люди, чтобы она не пострадала от политики левых, как это произошло в Остине. Ну, здесь, наверное, умолкну, если да. Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Единственное, хочу сказать, что, к сожалению, поводов для таких печальных обзоров становится все больше и больше. К сожалению, положительных каких-то моментов становится все меньше и меньше. И поэтому волей-неволей вы вынуждены будете обращать на это внимание и говорить об этом. Так или иначе, спасибо огромное. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.